Слава Ісусу Христу, брати і сестри, за цей благословений час, що маємо від Господа, і по милості Його маємо, це друге служіння. Сьогодні ми маємо гостей в нашому зібранні, благословеного брата-служителя, який буде ділитися словом, яке Господь дарує для нього. І ми цим радіємо, брати і сестри, за те, що Господь збудував свою церкву на землі, звертаючись до Петра, сказав, що я збудую мою церкву, і ворота пекельні її не здоріють. Брати і сестри, вона не здоланна, вона не переможна, тому що переможець є Господь Ісус Христос з нами, який сказав, я з вами по всі дні і до закінчення світу. І ми радіємо, тішимося цим, що ми є члени церкви Господньої. І сьогодні маємо таке право, Він дав нам право називатися і будь Його дітьми, що будь наслідниками вічного життя, нового неба, нової землі, де вже обітає правда. І сьогодні ми маємо, як я сказав, по милості Господній, це служіння, я прочитаю пару стишків псалмопівця Давида із 5 розділу такими словами, і ми будемо молитись, просить благословіння, благословляючи ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Господи, почуй слова мої, зглянься на зітхання моє, прислухайся до голосу благання мого, царю мій і Боже мій, бо я до тебе молюся. Бо ти, Бог, котрий не любить злого, і в тебе нема місця злому. Нечестиві не стоять перед очами твоїми, ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня. А я війду в дім твій завдяки великій твоїй милості і з благовінням клонюся святому храмові твоєму. Брати і сестри, ми, як я сказав, ми із спасенних дітей Божих, народа Божого, сьогодні завдяки милості Господній знову знаходимося на цьому місці. Тому давайте ми встанемо на наші ноги і вклонимося імені нашого Господа Ісуса Христа, помолимося. Молимося. Слава тобі, наш Господь! Слава тобі, наш Спаситель! Слава тобі, наш Відкупитель! Дякуємо тобі! Благословляємо твоє святе ім'я! Нехай воно буде благословенне і прославлено в нашому житті і через наше життя. Ти прославлений славою неба, Господи, ангелами і архангелами, які оточують, прославляючи ім'я Твоє святе. І ми, діти Твої, цього часу вечірнього, Ти дарував нам цю можливість, Господи, і Твоє благословіння для нас, воно збагачує. Прославляємо Твоє святе ім'я і величаємо Тобі, дякуємо Тобі. Наш Господь, дякуємо Тобі, хай ім'я Твоє прославиться, благословений Ти наш Господь і благословене ім'я Твоє, Твоєму народі в церкві Твоїй, Господі, яка іменується іменем Твоїм, як я сьогодні сказав, що ворота пекельні її не здоліють. Господи, ми благословляємо Твоє святе ім'я, наш Господь, бо Ти достойний слави, Господь. І тому то в цей час ми пристоїмо перед Тобою в домі молитви, в Твоєму домі, Господі, перед цим служінням, яке Ти дарував для нас по милості Твоїй, і зібрав нас на це служіння. Нехай на цьому місці сьогодні в цей вечір буде збудована приємна жертва хвали, пліс уст наших, прославляючи ім'я Твоє святе. Благослови це служіння, всіх учасників в цьому служінні, і спів благослови, і слово Твоє благослови, і всіх слухачів благослови. Нехай це слово знайде місце в нашому серці, а в житті нашому допоможи його розтворити вірою, що воно принесло обільний плод для слави ім'я Твоєго, і що ми прославили Тебе достойною хвалою в нашому житті, і що ми стали кращими. Благослови і прослався в цьому служінні вічний Бог по віки. Амінь. Ми всі разом прославимо Господа піснею, як олень спрагнений в степу біжить до джерела. Як олень спрагнений в степу.
Слава Богу, брати і сестри! Читаю місце із Слова Божого перед початком нашого служіння. Четвертий розділ Євангелії від Івана, виборочно стіжки, де записано такі слова, а потім Старий Завіт, ми трошки перейдемо в подіях. І так, четвертий розділ, дев'ятий вірш каже так. «Женщина самарянська говорит йому, как ти, будучи іудей, просиш піть у мене з самарянки, ібо іудеї з самарянами не сообщаються». І 21-й вірш каже так, тієї самої глави. Ісус говорит їй, повірь мені, що наступає время, когда і не на горе этой, і не в Єрусалимі будете поклонятися Отцу. Ви не знаєте, чому кланяєтесь, а ми знаємо, чому кланяємося, ібо спасіння від іудеїв. Но настане время, і настало уже, когда істинні поклонники будуть поклоняться Отцу в Духе і істині, ібо таких поклонників Отец ищет себе. Бог есть Дух, і поклоняющиеся Йому должны поклоняться в Духе і в істині. Старого заповіту, брати мої сестри, прочитаємо 4-й книга царств, 17-й розділ, 33-й вірш. 4-та книга царств, 17-та глава, 33-й вірш. «Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их». Брати мої сестри, місце, яке я прочитав, досить є цікаве місце. Ви знаєте, багато раз, я думаю, ми чули його в нашому зібранні, багато раз ми його читали. Але я хотів би, щоб сьогодні при Божій помощі ми порозсуждали над таким досить важливим питанням поклонення Господу в дусі і в правді, в дусі і в істині. Я хотів би, щоб ми на деякий час ми оце місце з нового заповіту, що я прочитав, ми трошки його в сторону якби візьмемо і вернемося до старого заповіту. Але разом з тим будемо тримати в наших роздуміях іменно це місце, іменно цю зустріч, яку мав Ісус Христос із жінкою там у Самарії, яка прийшла начерпнути води. І ви знаєте, коли учні прийшли і побачили це все, вони досить удивилися тому всьому. І навіть ця жінка, коли вона побачила Ісуса Христа, вона прекрасно зрозуміла і пізнала, що це був іудей, і вона йому нагадала, ведь як ти просиш пити, ведь ти прекрасно знаєш, що юдеї з самарянами не сообщаються, нема спільного нічого. І ви знаєте, брати мої сестри, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми вертаємося в історію, що все-таки случилося тоді, то Слово Боже нам нагадує, що із 4-ї книги цар, що дійсно, коли переселилися люди, переселилися народ, і коли Господь побачив ці люди, які жили там, і коли вони не слухалися Божих заповідей, то написано, Слово Боже нам каже, то Господь посилав на них львов, які умерщвляли їх. І Слово Боже нам каже, що коли донесли царю, то він призвав одного із людей, із священників, яких виселили з Самарії, і жив в Ефілі, і учив їх, як чтіть Господа. І ви знаєте, брати мої сестри, 29-й вірш каже досить цікаву річ. Ви знаєте, я багато раз прочитував це місце, і воно сьогодні, я думаю, для нас буде очень і очень полезно у нашому житті. Можливо, хтось із нас обійде своє життя, я маю в виду в духовному смислі. Ви знаєте, каже Слово Боже каже, «Притом зділ кожний народ із своїх богов». І Господа чтілі, і кожний зробив для себе своїх богов. Кається, як так? Як може получитися, дорогі мої, коли був представлений священник, щоб навчати закону Божому, навчати тому, як поступати, від є єдин Бог. І іудеї, коли не сообщалися з самарянами, то вони прекрасно розуміли, воно передавалося, що це люди, які, можна сказати, видумали свою релігію. Вони видумали, можна сказати, на сучасну мову свою віру. І у їхньому житті, так би можна сказати, получалось в кавичках і Богу служити,
і своїх богів з маленької букви, які є недійсно боги, які є недійсно Бог живий, вони умудрялися чтити. І Слово Боже нам каже далі, що і до сьогодні вони поступають по тим обичаям. І далі, ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, так би мовити, проходячи по старому заповіту, щоб вести всіх нас у курс справи, Слово Боже нам говорить за царя Єзекію. Досить цікава історія, досить цікавий розказ за те, як цей поступав чоловік. І ви знаєте, коли я сьогодні ще раз прочитував це місце, 18 розділ, буквально 8 перших віршів, ну, прекрасна характеристика для чоловіка Божого. Ну, прекрасна, тому що ходив, виконував, старався, так, як Слово Боже каже. І Бог його благословляв. І Бог йому давав сили, Бог йому давав мудрості у тому всьому. І був Господь з ним везде, куди він не ходив. Але, брати мої сестри, не так завжди буває у житті все гладко, як порою ми можемо думати. Порою ми можемо приносити якісь свої рішення перед тими собитіями, подіями, яких ще немає. І кажеться, я поступив би так. От я б то точно зробив би так. А от такі ситуації я поступив би так. Але проходить, коли ця ситуація особисто для мене, то я вже поступаю не так, правда? Вже я шукаю якісь, можливо, другі виходи, можливо, якісь другі ексюзи шукаю. І ви знаєте, брати мої сестри, Слово Боже нам каже, що прийшов ворог. Прийшов ворог до тієї країни, прийшов ворог до тих приділів. І ви знаєте, в той же самий час Єзекія, який знав живого Бога, який поклонявся йому, який відмінив оці висоти, які були для поклоніння тим другим богам, який свого рода служив добрим прикладом для тих народів, які жили там, і показав, що служіння живому Богу і поклоніння живому Богу повинно бути так. Міняється ситуація і міняються погляди цієї людини. І коли прийшов цей цар, прийшов ворог до цих приділів, то Слово Боже нам каже, що Єзекія, побачивши цю всю угрозу, яку представив цей цар другий, який прийшов завоювати, сказав: «Виновен я. Назнач мені ціну, і я оплачу її». І 15 розділ каже з 18 глави, каже такі слова, що «Отдав Єзекія все серебро, яке знайшлось в домі Господнім і в сокровищах дома царського». І далі вірш каже, що «Сняв Єзекія і навіть золото з дверей дома Господнього». Брати мої сестри, коли я читав ці слова, коли я слухав навіть в деякій мірі розповідь за це місце, ви знаєте, воно глибоко запало в моє серце. Я розумію, що стояла велика угроза, і практично це стояло житті. Це не просто так, якісь залякування. А всі розуміли, що це стоїть цар, за яким стоїть велике військо. І всі розуміли те, що якщо його не послухати і не піти на якусь, так би мовити, зділку з ним, це просто буде поразка, ну і це просто буде поневолення, це буде плен. Але я дивуюся, брати мої сестри, із другої ситуації. Як буває тоді, коли приходять такі обставини, і людина Божа, яка знала живого Бога, яка була з того самого народу, який бачив великі чудеса і знамена Божі, каже: «Вибач мені, сорі, назнач ціну, і я її оплачу». Чи замічаєте ви, брати мої сестри, як состоялася зділка? Состоялася зділка між ворогом і людиною, яка некогда уповала
на живого Бога. Я дякую Богові, що ця історія не закінчується на цьому. Це просто було печально. Ми далі продовжимо розсуждати. Але, брати мої сестри, сьогодні мене приводить до того, що диявол, він ніколи не спинюється на якомусь коли в тому, що людина уступається в чомусь. Ну, кажеться, в чомусь уступився. Ну, да, ну, Господі, ну, ти бачив. Ну, ситуація складна була, ну, якось не можна було вийти. Да всі так поступають, ну, їм же ж проходить. Брати мої сестри, їм проходить, але перед Богом не проходить. Бог є свят. Бог є свят. І диявол не спиняється, його жадність, його, можна сказати, оце наступательство його, воно ніколи не має меж. І хіба він установився, получивши це все багатство, яке Єзекія взяв із дому Божого? І з те, яке було все, можна сказати, посвячено для служіння. Не установився він, брати мої сестри, не установився, він пішов далі, він пішов ближче. І ближче. І туди посилаються посланці. І ми знаємо ту історію, брати мої сестри, далі. І Слово Боже нам каже, в 19 розділі, коли було послано письмо, і коли знову було прочитано, то цар Єзекія, зрозумівши всю цю ситуацію, я б сказавши, відкрилися очі у царя. Зрозумівши всю опасність і зрозумівши те, що є ще Бог на небі, що є ще Бог, який є сильніший ворогів, він приходить перед лице живого і всемогутнього Господа. Відкривається ця вся історія. І Єзекія розуміє те, що тільки в Бозі може бути спасіння. І ми знаємо, що Господь після того, коли Єзекія возвав до його, Господь почув його молитву. Браття мої і сестри, в Новому Завіті, коли я прочитав це місце, Христос сказав, що істинні поклонники будуть поклонятися Отцю в Духі і в істині. Брати мої сестри, сьогодні прийшов такий час, і ми сьогодні з жалем констатуємо те, що сьогодні багато це вкрадається і в народ Божий. Я не говорю лічно тут і лічно десь ще, не хочу називати того всього. І це не моя справа. Суддя кожному Господь, ми маємо Слово Боже. Але сьогодні люди кажуть, во ім'я спасіння людства, ми підемо і зробимо те й те, ми підемо на поступки. Ми ж бачимо, яка там культура. Ми ж бачимо, яка там музика. Ми ж бачимо, як поклоняються ці люди. А потім і вони будуть поклонятися разом з нами. Дорогі мої брати і сестри, всі присутні на тому місці, я хотів би, щоб ми на основі тих божественних прикладів Господь дав нам розуміння і дав понімання нам в тому, що святе з греховним не змішується ніколи. Якщо проповідую Слово Боже, то проповідую його чисте святе зерно благодаті Божої. Дорогі мої, я розумію те, що коли ці люди, які колись поклонялися і поклонялися неправильно, бачачи тоді, коли починає діяти живий Господь, вони починають поклонятися в дусі і в істині, і в правді. Брати мої сестри, сьогодні прийшов такий час, на жаль, констатуємо, що сьогодні живе поклоніння Богові, сьогодні імітується хорошою музикою. Сьогодні можна не раз чути з уст
великих проповідників, які говорять, пусть музика іграє, а ви виходите на покаяння. Пусть музика іграє, а ми будемо молитися. Пусть музика іграє, і Дух Святий, він буде зараз віять своєю силою. Браті мої, сестри, чи не прийшов той час, коли ворог так близько підійшов, і ми порою забираємо із наших служінь золотий образ простого і скромного служіння Богові. Сьогодні приходить новізна, сьогодні приходить new generation. Ви не так поклоняєтесь, ви неправильно служите. Як казав один брат недавно, мені, каже, стало страшно, коли він призивав до молитви, коли сказали, служіння ваші бореньє. Вони утомительні, браті мої сестри. Чи не порою це стає причиною в тому, що немає пробудження в народі, коли пішли на зділку із тим наружним, мирським? Коли удалися, кажеться, в ім'я благої цілі, але ворог іспользувався тим, і Господа чтили, і богам своїм служили. Дорогі мої, сьогодні Слово Боже призиває нас до того, що казав Христос, жінко, повір, що будуть люди не на цій горі, навіть не в Єрусалімі, але по тому всьому, коли Слово Боже коснеться, вони будуть поклонятися в дусі і в правді, і таких поклонників іще Господь. Брати мої, сестри, поклоніння, правильне поклоніння іде від живого Бога. Я вам хочу сказати, коли ми поклоняємося у дусі, це не значить, що це наружна форма тільки, це не все. Хоча і це повинно бути на своєму місці. Але поклоніння в дусі є, брати мої, сестри, коли ти на кожному місці розумієш те, що ти ходиш перед живим, святим і всемогутнім Богом. Поклоніння в дусі – це є те, коли перебуває в нас страх Божий. І багато тоді лекцій не треба, багато повчань не треба. Але ти розумієш, ти і твоя дитина, чи ти як батько, чи як твої діти, коли вони є, можливо, в віддільному місці, ніхто не бачить. Але вони розуміють, що над ними є живий Господь. І я боюся робити гріх. Це є поклоніння, брати мої, сестри. Це є поклоніння тоді, коли твій дух з'єднується із духом живого і всемогутнього Бога. І не пускай музика іграє, а вигравуючи в серцях своїх, назидає себе духовними псалмами і піснопеннями, брати мої, сестри. Це є живий Господь, і Він працює. Браті мої, сестри, ми сьогодні співаємо такий псалом, який говорить, глянь в зеркало душі твоєї, що или хто в ньому отобразиться. Ми розуміємо, що ми приходимо у дім молитви. Ми є гарно вдіти. Ми є гарно, як то кажуть, на своєму місці сидимо все. Але глянь в зеркало твоєї душі, хто в ньому, що в ньому отобразиться. І якщо ти сьогодні прийшов на живе поклоніння перед живим і всемогутнім Богом, то ти будеш розуміти те, що твоя наружність і твоя внутрішність, вони повинні соответствувати. Дорога молодь, якщо ви сьогодні розумієте те, що ви прийшли перед лице живого і всемогутнього Бога поклонитися в дусі і в істині, ваші руки повинні бути свободні від всіх ігор на селфоні, від споглядання ваших меседжів, від споглядання всього, ви прийшли поклонитися живому Богові, браті мої, сестри. Скільки раз ми сьогодні чуємо із того місця, сестри, браття, будьте на своєму місці, ведіть себе правильно. Але кажеться, скільки можна просити, скільки можна говорити, дорогі мої, я би сьогодні хотів, щоб сьогодні Дух Святий дав кожному на зрозуміння нас, що поклонятися живому Богу може поклонятися
перенароджена людина, яка народилася згори, і вона буде мати правильне поклоніння живому і всемогутньому Господу. Вона завжди буде носити це Слово Боже у своєму серці. Самарянка зрозуміла це. Вона зрозуміла, що перед нею не просто іудей сидить, молодий, гарний. Вона зрозуміла, що це є пророк, що це є Месія. І вона пішла, побігла, розказала своїм односельчанам, і вони говорили, уже не твоїм словам віруєм, а вже самі бачим, хто він є такий. Колись апостол Петро прийшов в дом Корнілія, він побачив, він був посланий, йому, як то кажуть, Бог то є все показав, направив туди його. І він побачив і сказав, істинно познаю, що Бог неліциприятен, но у всякому народі, який поступає по слову, він є приятен для Господа. І ми читаємо цю прекрасну історію, коли вони, слухаючи Слово Боже, Дух Святий зійшов на дом Корнілія, які були там, він посітив їх там, і вони почали славити ім'я Божеє. Брати мої сестри, хай Господь сьогодні приготує і твоє, і моє серце для живого поклоніння нашому Господу. Амінь. Молимося. О, святий, любящий Господи наш, перед Твоїм лицем ми пристаємо, Господи Боже. Ми славимо ім'я Твоє, Господи Боже. Ми розуміємо те, що ми стоїмо перед живим, святим і всемогутнім Господом. Боже святий, слава Тобі! Слава Тобі, Ісус, дорогий! Ми славимо ім'я Твоє, Господи! Ти той Бог, який постраждав за нас. Ти той Бог, який пролив свою святу кров, віддавши свого Сина однородженого. Господи Боже, слава Тобі! Слава Тобі, Господи, що Ти збираєш Твій народ, що Ти збираєш для того, щоб Твій народ поклонився, щоб він віддав Тобі славу. Господи Ісусе, ми так нуждаємося в Тобі. Ми просимо Твого благословіння, Господи, на цей вечірішній час. Ми просимо Твоєї милості, Господи Боже, вразуми, благослови, Господи, кожне серце, яке прийшло на те місце, Христос, дорогий. Господи Ісусе, дай, щоб на цьому місці возгорився живий жертвенник, хвали поклоніння Тобі, Господи Боже. О, ми славимо Тебе, Господи, приготуй наші серця. Благослови, Господи, кожного, хто так нуждається в Тобі, Господи Ісусе, дорогий. О, Христос, ми на Тебе надіємося. Ми несемо, Господи, на руках молитви, наші нужди, наші проблеми, Господи Боже. І основне те є, що ми хочемо, щоб Ти, Господи, серце наше відкрив для пізнання правди Твоєї Божественної, щоб воно, Господи, назідалося від Слова Твого Святого. О, Христос, дорогий! О, Боже праведний, Боже любящий! О, Христос, ми так нуждаємося в Тобі, Боже, і ми умоляємо Твого Святого Лиця. Господи Ісусе, благослови і допоможи, Господи. Христос. Алілуя, слава Тобі, Господи наш. Слава Тобі, Господи. Святий і любий, добрий Господи, в цей вечірішній час ми прийшли перед Тобою, і я дякую Тобі, що Ти зберіг кожного із нас. Господи, я дякую Тобі, що Ти дарував життя. Я дякую Тобі, що ми вдруге маємо служіння перед Тобою. Господи, я дякую Тобі, що ми зібралися в ім'я Твоє, вокруг Слова Твого Святого. І ми розуміємо те, що Ти є святий Господь. Боже, і в Тебе, Боже, нема того, що ми маємо, можливо, в нашому житті не раз проявляється. І Тобі служимо, але там далеко, десь в глибині, ми не зовсім віддаємося Тобі на служіння. Десь, Господи, в далекій глибині ми маємо якийсь компроміс з ворогом, Господи. Компроміс з ворогом душ людських. І ми, можливо, розуміємо це. І не раз, Господи, хочемо висказати,
але воно порою получається таке любе і приємне для нас. Господи, але Ти сьогодні, як святий Господь, требуєш на основі Слова Твого Святого. Це, Господи, звучить для нас як закон. Будьте святі, ібо я свят. Господи Ісусе, я умоляю Твого Святого Лиця. Хай сьогодні, Господи, кожний, починаючи з мене, ми, Господи, обійдемо своє життя. Ми, Господи, подивимося у своє серце глибоко-глибоко, чи дійсно ми правильно Тобі поклоняємося в дусі і в правді. Можливо, це просто наші слова, можливо, це просто наше, щось, як колись самарянка сказала, отці наші сказали кланятися там. І всього, і на тому кінець. Боже святий, дай нам зрозуміти, що Ти все бачиш. Очі Твої, Господи, як пламінь огняний. І Ти, Господи, не тільки слова наші знаєш, Ти знаєш наші думки. Господи Боже, і коли ще нема, Ти, Господи, вже знаєш, Боже святий, Ісус, який Ти є всемогутній, коли ще нас ні одного не було на цій землі, а Ти вже знав нас, Господи Боже, Ти для кожного мав план життя, Ісус, і поэтому я Тебе прошу, поможи, щоб Твій народ, за якого Ти віддав своє життя і пролив свою святу кров, прийшли сьогодні в страх і трепет перед Тобою. Господи, я розумію, ми скільки можемо, як батьки, як служителя, як старші, стараємося, можливо, і даже й молоді, і, можливо, тим комусь, як то кажуть, допомогти сказати. Але порой наші слова, вони не приносять так багато результату. Господи, я Тебе прошу, хай сьогодні Дух Твій Святий касається сердець кожного із нас, щоб сьогодні кожен із нас розумів, що ми стоїмо перед Тобою, Святим Богом. Щоб сьогодні ніщо лишнє, ніщось лишнє, що в наших руках, не заважало тому, щоб наші взори були направлені до Тебе, Господи. Сохрани кожного із нас від всякого ворожого впливу, нездорової науки, Господи, збережи. Хай сьогодні ми один другого утішаємо, Господи, духовними псалмами, назидаєсь у Дусі Святому, і, Господи, наші серця будуть відкриті для пізнання правди Твоєї святої. Господи, зроби більше просімого. І, Ісус, я ще раз Тебе прошу, благослови моїх братів, які будуть ставати на це місце. Благослови брата Віктора Павловича, який є сьогодні. Господи, я не раз славлю ім'я Твоє, і бачу, це людина, яка не може бачити плотськими очима, але в неї сьогодні відкриті духовні очі. Господи, і я Тебе прошу благословити його, коли він сьогодні буде мати проповідь, можливо, бесіда, можливо, якісь навчання, Господи, благослови його, наділи його ще більшою мудростю і розумінням, а народу Твоєму дай прийняти, Господи, це слово, і хай на цьому місці знову і ще раз збудується жертвенник хвали і поклоніння Тобі. Хай буде слава по віки. Амінь. Я думаю, буде хоровий псалом, і після псалма Самуїл, і желаєте розказати стих. Гамаліл. Ну, що тому немає. Oh.
каждый ребенок должен уметь слушаться старших, верить, терпеть. Если научимся этому срок, будут довольны и люди, и Бог. Каждый ребенок должен понять, что за провинность всем отвечать, если раскаивающих грешник не смог, будут наказывать люди и Бог. Каждый ребенок должен найти добрые мысли, слова и пути, добрые конце и туда и забот, полные люди и славился Бог. Аминь. Хористи, зберіть псалом загального співу, і ми будемо мати добровільне пожертвування. Ми вранці не мали пожертвування, ввечері зберемо. Загальний псалом, будь ласка. І після псалма Віктор Павлович, ви будете говорити слово. Після псалму. Давайте ми всі піднімемось для загального співу. Правда любить Бог мене. Правда любить Бог мене.
Сегодня мы будем иметь беседу с вами на тему «Духовный рост». И ввиду того, что мы будем говорить с вами до 8 часов, может, перерыв сделаем, послушаем христианское пение. Но тема у нас сегодня будет такая – «Духовный рост». Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте 1 Коринфянам 4 глава, 14 стих, и мы прочитаем с вами 15 и 16 стих, три стиха. Святой Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 14 стих. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Это святой Павел говорит Коринфской церкви. Он пишет им послание, и ввиду того, что мы будем говорить с вами сегодня о духовном росте, откройте еще, пожалуйста, 1 Иоанна послание. И здесь Иоанн Святой говорит со 2 главы, мы прочитаем 12, 13, 14 стих. Первое послание Иоанна, 2 глава. Смотрим. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали от начала сущего. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Если бы, скажем, нам задали вопрос такой, и мы поразмышляли, а вопрос бы звучал примерно так. Кто ты? Кто ты? Вот душевный человек, плотской человек или духовный человек? Вот так бы звучал вопрос. Попробуем мысленно ответить себе на этот вопрос. Это очень важно. Апостол Павел говорит, что он пишет детям. И действительно, Иоанн тоже говорит, пишу вам, дети. Потом говорит, пишу вам, отроки, юноши и отцы. То есть мы видим здесь, что четыре духовных состояния, и физических тоже. Ну, как вот дети читали стихи, и мамы трепетали, чтобы дети не сбились, и чтобы правильно рассказали, много репетировали, и, наконец, дети хорошо прочитали, и мамы счастливые, потому что дети вот выучили стихи и прочитали в церкви. И мы сегодня с вами и будем говорить о возрасте духовном и попытаемся выяснить, что происходит с нами. Это очень важно, потому что Писание говорит, не обманывайтесь. Самый страшный обман – это когда ты сам себя обманываешь. Вот это самый страшный обман, потому что ты уверен, что все нормально. И апостол Павел не раз употребляет такое выражение. Говорит, не обманывайтесь. Ни блудники, ни пьяницы, ни, как какое-то слово в переводе примерно, жулики. Царствие Божье что? А, человека-хищники. Царствие Божье не наследует. И нам нужно вот именно очень серьезно относиться к себе, чтобы не обмануться. Это очень важно. Скажите, какой ужас будет, если человек приходит в Царство Небесное, а его не упускают? Он уверен был, что ему-то, ну, конечно, откроются двери. Он уверен был, что он-то, ну, а кто, если не он спасется? А он не спасается. И вот нам нужно проверить свое сердце, чтобы не обмануться. Давайте попытаемся выяснить вот эти три положения – душевный, духовный и плотской человек. Что касается душевного, давайте, наверное, просмотрим. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стиха. Просмотрите до конца главы и первых 4 стиха 3 главы посмотрите. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стиха. До конца главы посмотрите и первых 4 стиха 3 главы. У вас в Библии есть? Вам давать места Священного Писания? Давайте, да? Пожалуйста. Значит, смотрим. Там он говорит, апостол Павел, что есть душевный человек. Он не понимает того, что от Духа Божьего. И не может разуметь.
потому что о сём надобно судить духовно. Это душевный человек. Душевный человек – это человек, который не совершил истинного покаяния. Он не родился свыше, он не родился от воды и духа, он не родился от Бога. Все это перечисленное, покаяние, рождение свыше, рождение от воды и духа – это истинное покаяние, это момент нашего рождения. Душевный человек – это обычный грешник. Он может быть религиозным, ну, например, Никодим. Ему Христос сказал: «Должно вам родиться свыше». Он не понимает этого. Он может быть окаянным грешником, атеистом, и он не понимает этого и не может судить духовно. Это душевный человек. Почему душевный? Потому что человек состоит из духа, души и тела. Дух человека – это интуиция, совесть и способность общаться с Богом. Но в Адаме все мы согрешили. И дух человека умер вот этой области общаться с Богом. У неверующих людей есть интуиция, есть совесть. Да, она бывает разной, но есть совесть, и человек знает, что хорошо, что плохо. Но душевный человек – это человек, который не встретился с Иисусом как личным спасителем. Когда в нашей церкви приходят молодые люди, дети наши, они должны лично встретиться с Богом. Если они не совершили истинного покаяния, то мы крестим душевных людей. И они тогда являются очень серьезной проблемой церкви, потому что они не понимают того, что от Духа Божьего. Отлично родиться в христианской семье. Я родился в христианской семье, это великое благословение. Но тебе, если ты верующая девушка или парень, тебе надо лично встретиться с Богом и совершить покаяние. Итак, душевный человек, когда он проникает в церковь, у него проблемы, с ним проблемы. А если она душевная и он душевный, поженились, там начинается очень много проблем. Потому что они религиозную сторону, обрядовую сторону воспринимают, а личного общения у них нет с Богом. Они не понимают духовных законов. И потому, говоря о душевном человеке, я хотел бы сказать, это человек, который лично не встретился с Богом и не родился свыше. Я хочу спросить, это мысль понятная, братья и сестры? Плотской человек. Плотской человек – это человек, который совершил покаяние. Посмотрите 4 стиха 3 главы 1 послания Иоанна. Совершил покаяние. Он человек, который знает лично Бога. В нем проблем очень много, он спасенный человек, но в нем очень много проблем внутри. Основная его проблема, плотского человека, следующая. Дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу. И духовный человек – это человек, у которого вера действует любовью. Вот это духовный человек. И мы выяснили с вами, есть душевный человек, это человек, который не встретился с Богом, есть плотской, младенец во Христе Иисусе, это тот, который покаялся уже, но есть духовный человек, это тот, у которого прошел за Христом, имеет победы, и вера действует любовью. И мы будем и говорить в этом плане вот о трех состояниях, или лучше сказать, наверное, о двух состояниях. О душевном человеке мы не будем больше говорить. Поговорим о младенце во Христе Иисусе и о том, что получает человек при покаянии. Это очень важные моменты. Когда мы родились свыше и покаялись, совершили истинный плод покаяния. Есть разное покаяние. Есть покаяние, которое не приносит спасения. Это лучше сказать не покаяние, а раскаяние. Что происходит? Человек приходит в церковь, он под влиянием Духа Святого, он под влиянием Слова Божьего, и ему показывают, что Иисус Христос есть Спаситель. Он не осознает, что Христос является его спасителем, что надо покаяться, изменить свою жизнь. Ему нужен Бог. Он или болен, или в отчаянных обстоятельствах, в трудных обстоятельствах. Попал в такую ситуацию, что грозит тюрьма. Попал в такую ситуацию, что ему очень тяжко,
очень тяжко, Бог нужен ему. Он выходит, просит Бога, помоги, плачет, обещает Богу служить, но не происходит самого главного, рождение свыше. Он не видит в Иисусе Христе своего Спасителя, и он не видит, что Христос пострадал за его грехи. Он нуждается в Боге, он плачет, но он не родился свыше. Сколько людей, которые приходят в церковь, и вроде и эмоционально плачет, и вроде все нормально, и некоторое время ходит в церковь, но потом уходит, потому что он не встретился лично со Спасителем. Если же есть плод покаяния, и человек увидел во Христе Иисусе своего личного Спасителя, то первое, что он получает, это усыновление. Так и Писание говорит. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал что дал? Власть быть чадами Божьими. Итак, мы получаем усыновление в момент покаяния. Дальше. Кровь Иисуса Христа, человека, который покаялся истинно, очищает от всякого греха. Он получает оправдание во Христе Иисусе. Он прощенный, он спасенный, он получает вечную жизнь. Он с этого момента начинает любить Слово Божье. Ну вот, откройте, пожалуйста, 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Посмотрите. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко», то есть Слово Божье. Он начинает любить Слово Божье, начинает молиться, начинает искать лица Господнего. И пройдет немного времени. Сначала он радуется в Боге, он много молится. Ему кажется, что в церкви все такие хорошие люди, все прекрасные люди, потому что любовь Божья излилась в сердце его Духом Святым. Он рожден от Бога, он рожден от Духа Святого, от Слова Божьего. Но что происходит? Через некоторое время у младенца, когда проходят вот эти первые влюбленность, первая радость от спасения, через некоторое время он замечает одну проблему. Притом, это у каждого из нас. Если ты действительно христианин, это у каждого из нас. Что именно? Посмотрите Галатам, 5 глава, 16-17 стих. Проверьте, пожалуйста. Вот наша проблема с вами. Очень серьезная проблема. Здесь говорится так. Дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу. Так что они друг другу противятся. Начинается внутренняя проблема, очень серьезная. У каждого после определенного времени. Да, мы в этот момент можем быть крещены духом, заговорить на иных языках. Да, у нас в этот момент даже могут проявиться дары. Скажем, 19 глава Деяний святых апостолов. Кто следит, скажите, я не быстро говорю, вы успеваете места читать, нет? Нормально? 19 глава, 6 стих. Там говорится о том, что они приняли водное крещение, Дух Святой сошел на них, апостол Павел возложил руки на ефесян, и они начали пророчествовать. Это младенцы во Христе Иисусе. Говорят на иных языках, пророчествуют, это младенцы во Христе Иисусе. И у них внутри проблема открывается. Ветхий человек, истлевающий в обольстительных похотях, наш характер, в котором у каждого из нас есть наш характер, и вы знаете, какой характер. И Дух Святой, который родил нас свыше, и Дух наш рожденный. И теперь начинается проблема. Дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу. Притом, когда мы родились свыше с вами, да, мы уже стали членами церкви, да, мы заговорили на иных языках, и это начало только духовной жизни, и это младенчество. Крещение Духом Святым, пророческая речь, это еще не доказательство духовности человека. У каждого из нас, после того, как мы покаялись, приняли водное крещение и заговорили на иных языках, возникают три проблемы. Первая проблема, о которой говорит Писание. Не любите мира, ни того, что в мире. Потому что то, что в мире, похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская. Это первая проблема. Вторая проблема, которая возникает у нас, это о чем мы начали говорить с вами. Наш ветхий человек, наш характер. И третья проблема, которая возникает у нас, это дьявол. Написано, не давайте места дьяволу. Ири говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против мироправителей, против духов злобы поднебесной. То есть у каждого христианина у тебя три проблемы. У меня три проблемы, когда мы начали только духовную жизнь. Это мир, это характер и это война с дьяволом. Ну так и написано. Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть христианин, который начал духовную жизнь, только начал духовную жизнь, у него война. В этой церкви сказано, что Христос говорит, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Ну вот смотрите, как оно развивается. Мы говорим о духовном росте. Если у вас есть послание Иакова, первая глава со 2 по 4 стих. Просмотрите, пожалуйста. Иаков, первая глава со 2 по 4 стих. Там говорится о том, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда вы упадаете в различные искушения. И говорится о том, что, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие без всякого недостатка. Когда начинается искушение, а искушения начинаются в дома, искушений очень много дома искушений. Искушений много в церкви, искушений много, соблазнов много, проблем много в церкви. И искушения на работе, на учебе, где ты учишься. И вот начинается искушение дома, на работе, в церкви. Когда мы духовные младенцы, у нас очень бурная реакция на искушение. Когда приходит искушение, мы впадаем в искушение, и, ну, допустим, тем же Ефесянам говорится следующее. Интересно, они крещены Духом Святым, они пророчествуют, а он говорит им, Ефесянам, это Ефесянам 4 глава с 29 стиха, посмотрите. И он говорит пророчествующим, говорит тем, которые уже говорят на иных языках, крик, раздражение и ярость да будут что? Удалены от вас. Это люди, которые начали духовную жизнь вооружены полностью, покаялись, духовное крещение, пророчество, водное крещение, все есть. Но младенчество, падшая наша натура, никогда не может долго находиться ни с кем в мире. Почему проблемы в семьях? Откуда умножающиеся разводы? Откуда напряжение, ссоры в семьях? Откуда сложности в семьях? Когда человек, ну, скажем, ну, 20 лет уже живет в семье, 30 лет живет в семье, дети выросли, а ситуация складывается таким образом, что он ссорится со своей женой, она закатывает ему истерики, и это на глазах детей. И это проблема, как же получается? Человек уверен о себе, что он духовный человек. Он говорит на иных языках, он Библию знает наизусть и может процитировать любую догму Священного Писания. Но как же получается? У него дома крик, раздражение, ярость. Он проблемный человек. Верующий человек, который идет за Христом уже, скажем, не один десяток лет, склонен ко лжи, склонен к зависти, склонен к тому, чтобы ябедничать, клеветать склонен. Это духовное младенчество. Духовное младенчество, которое задержалось на многие годы. Проблема заключается в следующем. Что, смотрите, что получилось. Получается такая ситуация, что Бог дает даром. Что даром дает? Прощение грехов. Я покаялся, я получил, и ты получил. Бог дает даром крещение Духом Святым.
помолился, и Дух Святой зашел на тебя, и ты заговорил на иных языках. Бог дает даром спасения, дар праведности, все даром. И когда мы получили все даром, мы успокоились. Апостол Павел говорит, что если между вами зависть, споры, разногласия, гордость, то не младенцы ли вы? И говорит людям, у которых нет недостатка ни в каком даровании. Вся церковь говорит на иных языках. А он говорит, я не мог, братья, говорить с вами, как с духовными, но как с младенцами во Христе Иисусе. А проблема духовного младенчества, основная проблема духовного младенчества, что человек не понимает одной вещи. Я хочу, чтобы мы услышали это. Это очень важно. Это очень важно. Проблема духовного младенчества. Он не понимает, что после того, как Господь все тебе даром дал, после этого наступает момент твоей и моей ответственности. У тебя и у меня должна быть решительная воля к тому, чтобы воевать против ветхого человека или, скажем, не любите мира, не того, что в мире. Это решительная воля. Ты должен себе сказать, я греховную систему этого мира не воспринимаю. Не любите – это ответственность твоя. Например, сказано, мужья, любите своих жен. Это ответственность мужей. А не любите этого мира – это ответственность каждого христианина. Бесполезно молиться, бесполезно поститься, если нет решительной воли не любить этого мира. Проблема основная младенчества заключается в том, что человек или не понимает, или не хочет в духовной жизни применять решительную волю. Да, Дух Святой будет давать силы, но Дух Святой не будет двигаться, пока ты или я не будем двигаться в том, чтобы избавиться от определенного греха, от определенного идола в своей жизни. Но смотрите, святой Павел говорит так, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. Свергнем, это значит твоя ответственность. Ты должен свергнуть это. И запинающий грех, это скелеты в шкафу. Это те тайные грехи, которые десятилетия преследуют тебя. Некоторых мужчин порнография преследует. Это скелеты, которые висят в шкафу, и человек думает, что ничего страшного. Все-таки ходит в церковь, поет песни в церкви, нормально все сходит. Никто не поражает его, ничего вроде так. А я не могу избавиться, это запинающий грех. Ты просто не понимаешь, что дешево грешить не получится. Дешево не получится грешить. За все есть расплата. Потому что Библия устроена по следующему принципу. Что человек сеет, то и что? И жнет. То и жнет. Смотри, что получается. Когда младенец не понимает того, что надо применять решительную волю, святой Павел интересную мысль сказал. Вы еще ни до чего сражались. Вы еще не до крови сражались. Оказывается, моя ответственность сражаться до крови. У меня должна быть решительная воля восстать против этого. Дух Святой даст силы. Дух Святой даст победу. Но решительная воля должна быть. Не любить мира, первое. Второй момент, мы говорим сейчас о ветхой нашей натуре. Ты должен увидеть то, что мы получили с тобой от отцов наших. Ветхий человек, истлевающий в обольстительных похотях. Если бы вас спросили, ответьте, пожалуйста, мысленно себе, у кого, какой у вас характер больше, папин или мамин? Кто-то скажет папин, кто-то скажет мамин. Но смотри как, в Адаме все мы согрешили. Ветхая натура, а из чего она состоит? Ветхая наша натура, ветхий человек, характер. Из лукавства, из непокорности, из гордости, из бунтарства. Это суть нашей ветхой натуры. Она обольстительна, это греховное эго, которое внутри каждого из нас уже покаявшегося человека. И Павел говорит, что у вас разногласия, гордость, проблемы. Вы должны начать сражаться сами. Потому что, судя по времени,
послании к евреям сказано, вам должно быть уже учителями. А вы еще младенцы во Христе, вас нужно питать молоком. Такие были еврейские христиане. Какая проблема у них? Никто не стал сражаться с ветхим человеком. Они не стали применять свою волю. Как-то я встретил женщину, разговаривали с ней. Она была такая, ну, разумная женщина. Пришла и говорит мне, я 8 лет как покаялась. И, знаете, я и постилась, я и молилась, ну, я и это, и исповедалась. Как кричала на своих детей, так и кричу. Ничего оно не помогает. Сколько я уже постилась, молилась, пойду, наору на детей, потом приду, плачу в спальне, обещаю Богу ничего не делать, больше не кричать на них, но они ж доведут. С ними ж невозможно. Говорит, никакие посты и молитвы не помогают. Я говорю, а давайте почитаем, что там написано. Она, нашли место, там написано, крик, раздражение и ярость, да будут что? Удалены. Да не пост нужен, не молитва нужна, а сначала решительная воля, а потом пост и молитва. Но Бог не будет избавлять от любимых грехов. Мы можем осознавать, что да, я гордый человек, да, я завистливая женщина, да, вот я склонная к разногласию, да, у меня такой характер, ну, у мамы тоже был не мед характер. Но послушай, послушай, мы с тобой можем остаться младенцами на многие годы, духовные младенцы. Это проблема народа Божьего. Человек ходит в церковь, слушает Слово Божье, но смотрите, что сказано о евреях. Слово, слышанное, не растворенное верой, не принесло им никакой пользы. Ноль. Никакая польза. Почему? Потому что слышать слово – это одно, но в реальности тебе нужно начать справляться с ситуацией, которая у тебя и у меня. Пока мы только молимся, постимся, поем песни, а не занимаемся распятием ветхого человека, а ветхий человек должен пройти через распятие. Это самое болезненное, что может быть в христианстве. Об этом хорошо Христос сказал. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Вот эти моменты. Дальше. Мысли младенца. Мысли младенца. Он не понимает, что его мысли могут быть от дьявола. Дьявол вкладывает мысли. И он не может разобраться в этой области мыслей своих. Он не понимает, что мысли бывают от Бога и просто свои мечты. Ну вот, мечты свои. Смотрите, апостол Павел говорит, апостол Петр говорит Анании, для чего ты допустил сатане вложить тебе мысль? Мы должны знать, что у нас ветхий человек есть и дьявол, который вводит различные мысли. У некоторые не могут избавиться от сексуальных фантазий. Они пребывают в этих сексуальных фантазиях, а потом падают в блуд, а потом смотрят порнографию, а потом нет мира и нет исполнения Духом Святым. Человек приходит в церковь, он пытается эмоциями раскачать себя, но Бог не благоволит. Почему? Потому что он не выполняет одного принципа. А нам с тобой надо выполнить то, что сказал апостол Павел. Верующий человек, и это тоже твоя ответственность, это моя ответственность. Смотри, пленяем всякое помышление в послушание Иисусу Христу. Вот пришла грязная мысль, а она приходит, потому что дьявол всегда старается, как это сказал апостол Павел, возьмите щит веры, чтобы угасить все раскаленные стрелы. Так, лукаво, по-моему, так, да? Мысли пришли эти. Так слушай, не купайся в этих мыслях. Или мысли страха пришли, или мысли одиночества пришли, или мысли сожаления пришли, или непрощения мысли. И ты знаешь, когда себя жалко, вот когда начинается себя жалко, как они могли унизить, как он на меня накричал, за что, за то, что я служу ему, я говорю о муже и жене. И он взял меня, его так унизил при детях, при гостях унизил. И начинаешь купаться в своих мыслях непрощения. Послушай, мудрый сказал так. Мысли человека глубокие воды, но разумный человек
вычерпывай. Следи за своими мыслями, потому что мысли – это источник или духовных побед, или духовных поражений. Знаете, если быть очень откровенными, в этот вечер никогда не было столько самоубийств среди верующих, как сейчас. Никогда не было столько разводов, как сейчас. Никогда не было столько депрессий, люди в депрессиях находятся, как сейчас. Почему? Почему? Надо найти ответ, чтобы конкретно сказать, кошку назвать кошкой, собаку собакой. Почему это случается с теми, о которых сказано? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Почему это случается с теми, чьи имена в книге жизни? Почему это случается с теми, на которых сошел Дух Святой? Почему? Ответ очень простой. Человек не следит за своими мыслями и не участвует в духовной брани, и есть определенные любимые грехи. Мысли человека. Смотри, если приходят вот эти мысли, и ты хочешь духовно расти, ты должен применять волю, выбрасывая эти мысли. Вот пришла обида, горькая обида. Обида, она как приходит? Сначала в разум, и какое-то время вот тебя унизили, обидели, с тобой не посчитались. И ты думаешь, что делать? И когда обиду пропускаешь в сердце, не выбрасываешь с головы, а пропускаешь в сердце, вот там и начнутся проблемы. Не заснешь, ворочаешься, и все это перед глазами, и ты со своим обидчиком разговариваешь, и ты начинаешь доказывать свою невиновность. Зачем тебе? Как только пришла мысль, дьявол знает, отлично знает, как губить народ Божий. Смотрите, как он сделал в 6 главе Бытие. Там написано, 6 глава Бытие, просмотрите первых 11 стихов. Я не читать не буду, я просто некоторые мысли. Там написано так. Сыны Божьи начали ходить дочерям человеческим, так и там говорится о состоянии их. Все мысли их были во всякое время, кто помнит какие? Злые. Потом 11 стих говорится о том, и наполнилась земля злодеяниями. И потом 7 глава 23 стих, и пришел потоп и истребил все. А теперь просмотри только, проверь, вот смотри, как оно получается. Сначала мысли злые, потом будут слова злые, а потом дела злые. Нельзя иметь мысли злые и быть благословенным. Нельзя грязно мыслить, а чисто жить. И так младенец во Христе Иисусе, он не понимает, что есть ветхий человек, есть борьба с мыслями своими. Язык младенца. Как он не следит за своими мыслями, он не может управлять своим языком. Потому что, Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. Понимаешь? Смерть и жизнь во власти чего? Языка. Смерть и жизнь во власти языка. Ты опутал себя словами уст твоих, ты пойман. Ты пойман словами уст твоих. То есть смотри, что получается. Дьявол сначала нас обманывает на мыслях. Когда мысли приходят, тогда от избытка сердца говорят уста. И когда язык начинает произносить слова, формируется судьба человека. От мыслей и языка формируется судьба человека. Девушки, парни, послушайте. Если вы хотите быть благословенными, надо следить за своими мыслями и языком, за языком своим. Мамы, послушайте. Если вы хотите иметь благословенных дочерей и сыновей, никогда не говорите плохих вещей о своих детях, потому что это проклятие. Никогда не говорите этих вещей. Потому что ваши слова, родителей слова, отца и матери, играют огромную роль. В них огромная духовная сила. Будешь благословлять своих детей, увидишь благословенных детей. Будешь проклинать своих детей, называя их нехорошими словами, увидишь проблемы. 1-2 примера из жизни. Молодые поссорились, поскандалили очень сильно поскандалили на огороде. И когда они поскандалили, она ему доказывает, как обычно, женщина доказывает, плачет, доказывает что-то, а не может уже доказать, она взяла и плюнула в его сторону. Верующий. Он побелел и сказал, запомни, дети вырастут, брошу. Запомнила, иди. Прошло время.
новые дети рождались. Прошло 25 лет, последняя девочка вышла замуж. И поссорились опять, и он сказал: а теперь помнишь, я тебе сказал на огороде? Ушел к любовнице. Я разговаривал с этим человеком. Это был умный человек, мужчины. Это был умный человек. Кстати, проповедником был. И когда мы говорили, я говорю: как ты можешь, как ты смог, как, ты же умный, как ты мог? Он говорит: знаешь, когда сказал вот эти слова, как щелкнуло что-то в сердце. Потом он был, конечно, исключен из церкви, но самое страшное, дети его пошли теми же путями. Я хочу сказать всем, кто в этом зале, есть духовные законы. Мужчины, если вы хотите действительно быть благословенными людьми, то Писание говорит: мужья, любите своих жен. Вы должны быть нежными со своими женами. Вы должны быть мужчинами, которые действительно становятся священником в своем доме. Отец, который любит своих детей. Отец, который заботится о своем сыне и дочери, не только деньги приносит. Есть духовные законы, и их не обманешь никогда. Никогда не обманешь. Вот эти духовные законы, язык играет огромную роль. Язык младенца произносит очень много проблем. И тогда проблемы настигают нас, и мы потом в отчаянии, что происходит в нашей жизни. А вспомни, что ты говорила о дочери своей. А вспомни, что ты говорила о сыне своем. Тогда зачем удивляться? Потому что слова играют огромную роль. Младенца слова духовные. Духовный человек, он знает эти законы и никогда на своего ребенка ничего не скажет. Следующая мысль. Это давайте еще, наверное, один пример. Один пример, пожалуй, какой-то приведу из жизни. Ну, пожалуй, вот этот. Она ждет ребенка, и она говорит, и это друзьям своим говорит: если узнаю, что точно я жду ребенка, я уйду с этой жизни, ну, повешусь. Ну, узнала, родила, и я встретил эту женщину, ну, допустим, это Украина. Она бегает, кричит: зайчик мой, солнышко мое, моя ты прелесть, как же я могла без тебя жить? Это был какой-то там 5-й, 7-й ребенок, не помню. Это, как же я могла без тебя жить? И она не понимает, что когда придет 14-15 лет, ее проклятие, ее нежелание встретить этого ребенка, который уже придет в этот мир, сыграет важнейшую роль. Потому что она сначала, пока он был еще в утробе, она произнесла проклятие на него. А потом мы удивляемся, когда начинаются очень серьезные проблемы в детях наших. Мы должны благословлять ребенка от начала, и пока он в доме, и после благословлять. Младенец этого не понимает. Младенец, он так, его обидели, отца, и он произносит разные слова, а потом он даже не может соединить свои слова и проблемы в семье, которые с сыном и отцом. Я хотел бы сегодня очень откровенно тебя спросить. Вспомни, пусть Дух Святой покажет тебе все картины из твоей жизни, что ты говорил на своих детей. Если Дух Святой показал тебе эти картины, тебе покаяться надо. Потому что ты думаешь, что если говорить на иных языках и хорошо одетым приходить в собрание, то это духовный человек? Нет, есть духовные законы, которые должны в первую очередь выполняться в доме твоем. Если ты любишь свою жену, если ты нежный мужчина, если ты прекрасный, добрый отец, у тебя каждый Божий вечер будет молитва. И ты будешь всегда говорить со своими детьми нежно и добро. Да, отец – это дисциплина. Да, иногда есть строгость, но никогда жестокость. Никогда жестокость. И никогда неразумные слова. Итак, младенец во Христе Иисусе. Младенчество должно проходить, но иногда оно не проходит. Смотрим Колоссянам. Я хочу спросить, до этого момента я понятно говорю или нет, братец? Ну скажите, да или нет? Все, продолжаем. Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Младенец безрассудно надмевается плотским своим умом в духовных вопросах. У него есть капкан личного опыта. Если это было у меня таким образом, то
что у всех должно быть точно так, как у меня. Ну, например, крещение Духом Святым. Или он, младенец духовный, получил какое-то откровение. Он, получивший откровение, он мнит о себе, что он духовный человек. Ну, послушай, Бог даже неверующим давал откровение. Вспомни фараона и его сон. Вспомни Навходоносора и его сон. А получение откровений еще не доказывает духовности человека. Подлинная духовность, настоящая духовность – это вера, действующая любовью. Ефесянам 4:14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Вот младенец, он колеблется постоянно. Младенцы очень увлекаются разными новыми учениями. У них нет серьезного еще духовного опыта. Я уже отметил эту мысль. Запинающий грех. У некоторых это компьютеры, которых они не могут оставить. И они ходят в церковь. Даже если ты не смотришь грязь. Но если ты время уделяешь не своим детям, а компьютеру, когда можно уделить детям, ты делаешь грубейшую ошибку, ты младенец во Христе, потому что младенцы склонны к идолам иметь. Они и Богу молятся, идолов своих имеют. И вот это и есть проблема. Иоанн говорит так, святой, говорит, дети, храните себя от идолов. У тебя не должно быть никакого идола, ничего, потому что... Если ты хочешь быть духовным, и я хочу быть духовным, мы с тобой желаем быть духовными, то смотри, как написано. Возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой. Там великое благословение, когда мы любим с тобой Бога. А когда мы застряли с тобой на младенчество длиной в целую жизнь, седина в голове уже, а мы раздражительные, седина в голове, а мы завистливые, а мы гордые люди. Люди, которым не скажи ничего поперек, потому что если поперек скажешь, будет проблема. Обидчивые люди. Это проблема духовного младенчества. Отроки духовные. О них сказано, что они познали, посмотрите, отроки, познали Отца. 1 Иоанна, 2 глава, 13 стих. Мы духовно растем, мы должны духовно расти. Когда мы читаем Библию, когда мы размышляем над истинами, молитвенная жизнь, перенесение искушений, труд в церкви постепенно делает нас духовными отроками. Если мы правильно, нормально, духовно развиваемся, то время играет важнейшую роль. Начинается духовный рост человека. Раньше он раздражался. Раньше он был таким человеком, которого, ну, поперек не скажи, обидчивый. А теперь... Потихоньку он оставил вот это младенчество и такую, ну, раздражительность. Если и бывают срывы, то значительно реже. Смотрите, как Петр святой говорит. Более и более делайте твердым свое звание и избрание. Отроки, они могут уже, ну вот плачет ребенок там, да? Если этого ребенка отдать 12-летней, 13-летней девочке от раковицы, она может заботиться о нем. Но смотрите, что она сделает. Она побегает с этим ребенком полчаса, прибежит к маме и скажет, мама, возьмите своего, мне он уже надоел. Потому что она не мама. Это маме. И утром, и вечером, и днем, и ночью вставай, потому что она мама. Потому что она любит. А от раковицы не. Она побегает чуть-чуть с ним и хватит, я не хочу. Точно так и духовные. Они иногда начинают духовный труд, но как только тяжести начинаются, трудности начинаются, не, это ваше дело, я не могу с ним вообще разговаривать. Они критикуют младенцев, духовные отроки, и делают свои глупости, уже отроковические. Они мечтают о себе, духовные отроки. Вот возьмите девочку 15-16 лет, или мальчика 15-16 лет. Это же гении. Они все знают лучше своих отцов, которые прожили 50 лет на этой земле. Они все понимают, и они говорят примерно так с мамой. Мама, это у вас на Украине. Так, а у нас здесь совершенно по-другому. Или папа, вот ты ничего не понимаешь, или вы ничего не понимаете. Отец прожил почти жизнь, а ему 15 лет, и он утверждает, что отец его ничего не понимает.
Как-то 60-летний отец слушал своего 30-летнего сына, и тот такой горячий был, кричал что-то, ну, 30-летний, такие молодые люди. И отец интересную мысль сказал, выслушал все, а потом сказал ему интересную мысль. Говорит: сынок, таким, как ты, я уже был, а каким так, как я, ты еще будешь. Понимаете? Да? Вот оно про отроки мечтают о себе. Я же знаю, у меня же тоже дети, и когда им было 16-15 лет, это трудное время. Это трудное время. Они начинают дерзить, они начинают крыло пробовать в доме, кто в доме хозяин. И вот здесь мы иногда делаем ошибки. Не надо вступать в ссоры. Вы, отцы, и так знают, кто в доме хозяин. Иногда надо это время перетерпеть. Потому что у отроков и духовных, и плотских не сколько соображения, сколько воображения. Они думают о себе слишком много, но на деле они ничего не умеют. Потому что еще только начали жизнь, еще не видели серьезных искушений. Духовные юноши. Когда мы духовно растем, наступает духовная юность. Слово Божье пребывает в нас, и сказано: вы победили лукавого. Духовный юноша уже справляется с мыслями своими. Он отлично понимает, что надо сортировать. Мысли есть от Бога, мысли есть мечты сердца, и мысли есть от дьявола. Он понимает, духовный юноша, что надо применять решительную волю против ветхого человека. Написано: удерживай язык свой от чего? От зла. Удерживай. Это решительная воля. Удерживай язык свой от зла. То есть, убегай от блуда. Надо бегать от блуда. Убегай от идолослужения. Это решительная воля. То есть, убегай от этого всего. Он читает Писание, он вникает в Писание. И постепенно мы все с вами растем духовно. И когда духовный юноша, он победил лукавого, вот эти мысли приходят от дьявола, он уже сортирует их. Он в искушениях. У него уже наступает момент, когда он побеждает искушение. Он может перетерпеть этого. У него уже начинается, у духовного юноши, созревание духовных плодов. Любовь, мир, радость, кротость. Еще они не очень спелые, эти плоды. Но уже запах от плодов. Ну вот как помидоры растут, уже запах есть. Хотя еще попробуешь откусить этот помидор, еще не созрел, чувствуется. Духовные юноши живут написанным Словом Божьим. Они верой живут, а не чувствами. Вот младенцы, которых мамы держат на руках, они так: дай тете, он будет плакать. Посади, будет плакать. Возьмет мама на руки, прижмет к своей груди, он умолкает. Почему? Потому что он знает, что мама любит его. Но мама любит его, когда в коляску положит. Мама любит его, когда на постель положит. Мама любит, но он хочет всегда, чтобы быть на руках. У меня внук, ему 6 месяцев, он отлично себя чувствует на руках. Берешь на руки, спокоен, ложишь, начинает кричать. Вот у духовных юношей это прошло. Духовные младенцы, они когда молятся, вот они хотят, чтобы как электрический ток прошел, вот они хотят, как огонь пришел, вот они говорят: вот Господь был, Господь коснулся, я чувствовал его. А Павел интересную мысль говорит: мы ходим верою, а не видением. Да, иногда Господь наполняет так, что ты переживаешь чувства, но духовный юноша, он не ищет этого, он уже ходит верою. О, Слово Божье у духовного юноши не похищает дьявол. Он привык к духовной брани. У него есть щит веры, меч духовный, который есть Слово Божье, броня праведности, шлем спасения у него. У него доспехи есть. Он умеет уже пользоваться ими. Он может побеждать лукавого. Это, у него есть опыт побед. Он может наставлять других. Но это не духовный отец. Это не духовный отец. Наставлять он может других и правильные вещи говорить. Ну, как вот 20-летние мальчики, 20-летние уже девушки. Да, у них уже есть определенный опыт этой жизни, но это еще не мамы и папы. Признаки духовного отцовства.
вот человек, который стал духовным отцом. Мы уже с вами сказали, что никакие дары не являются доказательством духовного отцовства. Да, духовные дары могут действовать и должны действовать в духовных отцах и матерях. Мы говорим о сути. А отцы познали безначального. Они прошли духовное младенчество, юность, духовное отрочество, и они знают свои ошибки. Вот чем отличается духовный младенец от духовного отца? Ну, такой житейский пример. Петьке 8 лет, а Ваньке 12 лет. Братья живут. Ну, и иногда ссорятся, иногда дерутся между собой. Мама их, папа мирит между собой. Но иногда Петька встает сухим, а иногда Петька встает, ну, не сухим. И Ванька бежит и рассказывает, что у Петьки вот такая проблема, потому что он не отец. Отец никогда этого не будет рассказывать. Так вот, духовные младенцы, они друг о дружке рассказывают, и вот проблемы у них, и если узнает, какие проблемы, он делится с этим и так далее. А духовный отец, если он отец, он понимает, что Петя перерастет, все будет хорошо, это надо перетерпеть, так и в духовной жизни, признаки духовного отцовства. Духовный отец знает вот то, что сказал святой Павел, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует к чему? Не обязательно к радости. Не обязательно к радости. Ко благу, да, но к радости не обязательно. Духовный отец, это в нем вера действует любовью. Вот смотрите, Павел говорит, вот смотрите, духовное отцовство. 2 Коринфянам 4:2. Второе послание к Коринфянам святого Павла, 4 глава, 2 стих. Но отвергнувшие скрытные постыдные дела, у младенцев есть скелеты в шкафу, а у духовных отцов нет. Не прибегая к хитрости, младенцы и отроки прибегают к хитрости, они пытаются отца своего, мать свою, житейская ситуация, обмануть. Не искажая Слова Божьего, духовные отроки, они Слово Божье искажают до такой степени, чтобы оно оправдало их грехи, но открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Я еще раз эту мысль. Вот смотрите, он показывает этапы нашей духовной возраста. Отвергнувшие скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слова Божьего, но открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Очень важно, чтобы мы услышали этого. Если есть скрытные постыдные дела, мы с тобой еще не духовные отцы, не духовные матери. Если мы прибегаем к лукавству, и начинаем хитрить, начинаем мудрить, и думаем, что этого никто не заметит. Знаете, иногда дети закроют глаза вот так вот и говорят: «Мама, найди меня». Да? Вот так и духовное младенчество. Хитрит, лукавит, думает: ну никто меня. Это у него называется, у младенца это мудростью почему-то называется. Не искажая Слова Божьего, начинает толковать Библию до тех пор, пока его грех не оправдан. Ну, например, пьет вино. Тайком. В церкви запрещают же вино пить. Я правильно говорю? Нет? Правильно? Церкви категорически запрещают вино пить. А он начинает читать Библию. Да Христос же употреблял, и апостолы употребляли. Ну, и начинает, и потом начинает пить потихоньку. Жена ему говорит: что ты делаешь? Ты же уже начинаешь пить, алкоголем заниматься. Это не твоего ума дело. Апостолы пили. И начинает потихоньку грешить. И другие не то творят, а какое твое дело? Потому что грех царствует в младенцах. Он представляет себя совести всякого человека. Смотрите, духовное отцовство. Он говорит, апостол Павел: в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Лукавство – это все проникающий грех. Сколько этого лукавства в церквах? Это грех, который отлично чувствует себя в церквах. Гордость и лукавство отлично чувствуют себя в церквах. И за эти грехи ни одного не исключили. И не исключат никогда. Единственное, что ни один гордец не войдет в Царство Божье, и ни один лукавый не войдет туда. А в церкви их море, лукавых людей
хитрых, которые думают, что благодаря своему лукавству они могут продвинуться или кого-то обмануть. Лукавство – это умышленно, активно обманывать другого человека. Павел говорит, у нас нет ни чистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающим сердца наши. Вот здесь важная мысль. Иногда некоторые заигрывают с людьми, пытаясь угадать их настроение и угождать людям. А Павел говорит, я не буду угождать людям, потому что если буду угождать людям, если бы я угождал людям, то я не был бы кем? Рабом Христовым. Будет время, придет такое время, когда от истины отвратят слух и будут ставить учителей, которые бы что делали? Да, сели слуху. И это проблема. И Павел говорит, нет. Надо говорить правду, конкретную правду, а человек должен сам решать, хочет он в рай или нет. Смотрите, 1 Фессалоникийцев 27. Он говорит о своей жизни. Он говорит так. «Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Свидетели вы и Бог, как свято, праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Вот смотрите, духовное отцовство. Духовное отцовство – это когда ты умеешь тайны других хранить. Если тебе исповедали, это должно уйти с тобою в могилу. Я еще раз скажу эту мысль. Если тебе исповедовали, как любой грех, это должно уйти с тобой в могилу. Ты никогда, ни при каких условиях, не должен выдавать людей, которые исповедали грех тебе. Потому что что получается? Когда человек попал в какой-то грех и действительно исповедал и покаялся, и этот грех не тянет на исключение в церкви, да? Но когда ты узнал это, и человек исповедался, если ты или я буду рассказывать, никто больше не будет верить нам. Духовный отец никогда этого не делает. Никогда. Он знает, что духовная борьба очень серьезная. Он сам знает, как он попадал в грехи. Он сам знает, как он оплакивал некоторые свои грехи и не мог победить некоторые грехи в своей жизни. И когда к нему младенец приходит и рассказывает какие-то вещи, он понимает, потому что он прошел эту борьбу. Он знает, как нелегко победить некоторые грехи, которые любятся. Некоторые побеждаешь очень легко, а некоторые очень тяжко. Очень тяжко. И опять возвращается, и опять плачешь, потому что пока, знаешь, смотри оно как. Вот есть грехи, которые и опостылили, и любишь их. И пока ты их больше любишь, чем ненавидишь, они не уйдут. Пока придет момент освобождения, надо возненавидеть это. И тогда приходит свобода. Возвращаемся к духовному отцовству. Мы были тихи, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Церкви нуждаются в духовном материнстве и в духовном отцовстве. Это когда могут люди прийти к тебе, поплакать, поговорить, и ты поддержишь их. Ты понимаешь эту борьбу. Смотрите, как он в 12 стихе говорит. Мы просили, мы убеждали, мы умоляли поступать достойно Бога. Еще раз. Методы, как это делается. Мы просили, мы убеждали и мы умоляли поступать достойно Бога. Когда приходит человек, и он искренний человек. Я не говорю о грешниках, которые грешат и пребывают во грехах и являются членами церкви, которые нуждаются в дисциплине и наказании. Я не об этом говорю. Я говорю о людях искренних, которые хотят продвинуться духовно, но еще у них есть проблемы. Просили, убеждали и умоляли. Вот принцип духовного отцовства – это любовь и долготерпение. Еще раз. Это любовь и долготерпение. Деяния апостолов, 20 глава, 31 стих. «Посему бодствуйте, памятуя, что 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами, я учил каждого из вас». Это Павел говорит о том, как нужно работать на духовной ниве.
Он говорит, со слезами 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. А теперь я одну мысль могу сказать, и хочу, чтобы мы дали мысленный ответ. Много ли из нас людей, которые могут плакать с плачущими, которые могут понести чужую боль, чужое горе, которые могут понять человека, понимая, что он идет в Царство Небесное, и что у него очень трудный период. Знаете, в моей жизни были люди, которые, как ангелы Божьи, когда еще молодой христианин был, и проблемы определенные были, Бог меня хранил от какого-то падения. Во славу Господню говорю, Бог хранил до сегодняшнего дня от какой-то глупости. Но характер, но проблемы с характером. Я иногда, когда просматриваю вот свою жизнь, и когда честно просматриваешь свою жизнь, я вижу следующее, что Бог справедлив, когда говорит, не обманывайтесь, что человек посеет, то и что? То пожнет. Жатва приходит в жизнь каждого из нас, сеяние нас настигает. Нет, не какие-то грехи там, но слова, когда надо было молчать, говорил, когда надо было говорить, молчал. И некоторые вещи, когда ты честен с собою, себя ж не будешь обманывать. Ты понимаешь, что да, были вещи, которые неправильно. И когда встречаешь людей, которые делают ошибки, ты уже понимаешь, что и ты ж делал ошибки. И ты ж тоже делал ошибки. Вот смотрите, 2 Коринфянам, духовное отцовство, 11 глава, 27 стих. В труде, в изнурении, часто в бдении, Павел говорит, в постах, но он перечисляет. И смотрите, как он говорит о себе. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Он говорит о себе, даже достигши духовного отцовства, он интересную вещь говорит о себе. Вот смотрите, что он говорит о себе. 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощая тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться что там недостойным». Смотри, он говорит, что вот эта борьба продолжается. И о духовных людях он говорит, что вы духовные. Когда видите согрешение, исправляйте такого человека в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Потому что иногда вот ты уже вроде и прошел что-то, но если ты не бодствуешь, или я не буду бодствовать, несмотря на многие опыт, несмотря на водительство Духа Святого и на откровение, мы можем попасть в какое-то искушение. Святой Петр пришел к язычникам, ел и пил с ними, а потом пришли евреи, и он начал лицемерить. Пришел Павел и обличает его. Святого Петра, который действительно уже крещен Духом Святым и пережил величайшее благословение. У отцов вера действует любовью, а не обидами, не ревностью, а любовью. Есть 3 грани отцовства, и через 10 минут мы будем с вами молиться. 3 грани отцовства. Первая грань отцовства – это священник. Он пример для стада. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Павел говорит о служителях, что не господствуйте над стадом, но подавайте пример стаду. Мы, люди, которые действительно много уже прошли за Христом, у нас должны быть духовные плоды. Вот послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Там говорится о том, что любовь, мир, радость, кротость, долготерпение, вера, воздержание и благость, кажется. Так вот, характер изменился. Духовного человека, он добрый. А кто помнит, о ком сказано, это был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры? Да, Варнава. Это муж был добрый, исполненный Духа Святого и веры. А теперь пример, а теперь вопрос, на который мысленно ищи ответ. Как ты думаешь, о нас с тобой можно сказать?
Это был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Это была женщина добрая, исполненная Духа Святого и веры. Она любящая, она добрая, она дома послушная мужу своему, она почтительна к мужу своему. Он духовный человек, духовный отец, он нежно любящий муж. Он нежно любящий муж. Он знает, что надо оказывать ей честь, как сонаследнице благодатной жизни, а чтобы не было чего в молитвах там? Препятствия. Препятствий в молитвах не было. Духовный отец, он христианин дома. Младенцы христиане два часа в церкви. А духовный отец, он и дома христианин, и в церкви христианин, и на работе. Он одинаковый. Почему? Потому что он прошел многие битвы, были поражения, были слезы, и, наконец, произошло распятие ветхого человека. Это самое главное в духовной жизни. Вначале это воля человека. Удерживай, не лги, не воруй. Гнев ваш, солнце, как там, я не помню. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Вначале это есть. А потом, через определенное время, когда он, духовный человек, уже прошел вот это младенчество и эту борьбу, он пришел к откровению. А откровение у духовного человека следующее. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело смерти. Посмотрите, пожалуйста, Римлянам 6:6. Я не уверен, что я правильно процитировал последнюю строку. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело. Какой? Посмотрите, пожалуйста. Как? А, тело греховное. Спасибо. Тело греховное. Вот смотрите, у нас это тело греховное, ветхий человек, натура, характер. И когда мы применяли волю, молились, плакали, это борьба, братья мои. Это не просто вот помолился и все, и духовным стал. Да? А это борьба. И ты приходишь к откровению, что упразднено. Ты принял это верой. Вот смотри. Смотри, как оно устроено. Христос пришел отпустить кого на свободу? Измучен. Когда мы измучены от своего характера, когда мы оплакиваем свой характер, и когда мы боремся честно со своим характером, ты приходишь к откровению, зная, что ветхий наш человек распят с ним. Воспринимаешь это верою, и это становится реальностью. Ты живешь с той же женщиной. И она прекрасная, потому что распят ветхий человек. У тебя нет претензий. Ты на каждый женский каприз не закатываешь грубость и дерзость. Ну, ты понимаешь, что у женщин бывают капризы. И с этим ничего не сделаешь. Потому что ты ветхий человек, твой ветхий человек распят со Христом. Ты человек, который принял то, что написано в Откровении. И еще раз, пока мы не измучены от своего характера, мы мучим других. Дома мучим, в церкви мучим, пока мы не измучимся от своего характера. Да, он подсказывает, мертвый уже не обижается ни на кого. Вторая грань. Духовный отец может иметь откровение, пророчество. Ну, например, я имею в виду не дар пророчества, а Павел говорит, я возвещал вам всю волю Божью. Человек духовный, да, он водим Духом Святым, потому что все водимые Духом Святым – суть Сыны Божьи. Но посмотри, вот посмотри, два места. Вначале, а тем, которые приняли верующим во имя Его, дал власть, что? Чадами Божьими, это младенцы, а вот вершина, все водимые Духом Божьим – суть Сыны Божьи. Я не говорю водимые пророчествами, это отдельная тема. Я говорю водимые Духом Святым. Внутри Дух Святой, и Он подсказывает ему. Духовный судит обо всем, а о нем никто судить не может. Да, потому что духовный уже был младенцем, духовный уже был отроком, духовный уже был юношей, а теперь он духовный отец. Павел говорит, смотрите, мы идем к молитве. Чего вы хотите, жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? У него есть власть. У духовного человека.
Бог дает и доверяет свою власть ему, потому что он никогда не будет употреблять власть не во благо народу Божьему. Чтобы в присутствии не употребить строгости и власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разрушению. К созиданию, а не к разрушению. Где появляется духовный человек, там мир, тишина, благословение. Почему? Потому что Бог наш есть Бог мира и устройства. И духовный человек, когда приходит, там мир и устройство. Да, у него есть власть. Однажды Павел сказал одному грешнику, и грех должен быть наказан в церкви. Когда Павел увидел одного блудника в церкви Коринфской, он говорит, а блудник этот был очень-очень серьезный. Павел говорит, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. У него есть такая власть. Он говорит, я Именея и Александра предал сатане, чтобы научились не богохульствовать. Но он в редчайших случаях грешникам, которые не хотят каяться, употребляет эту власть. Но в общем, вера, действующая любовью. Духовный человек никогда не доминирует и не манипулирует церковью. Людьми можно манипулировать. Если человек умный, он может манипулировать людьми, над людьми доминировать, господствовать над людьми. Но Павел этого никогда не делал. Он говорит, я не беру власть над верою вашей. Посмотрите, 1 Коринфянам, 1 глава, 24 стих. Он пример для стада. Он любит, он знает, что народ Божий идет тесною тропою в небеса. Он знает, что бывают раны, он знает, что бывают боли. Он знает, что много есть слабых, много есть немощных. Он утешает малодушных, он поддерживает слабых, он вразумляет бесчинных. Духовный человек. Апостол Павел, духовный отец, но он смиренный духовный отец. Мы сейчас будем молиться. Вот интересно, при всех дарах Духа Святого, при всех благословениях, которые он испытывает, он интересную мысль говорит, что говорит, как же там говорит сейчас, да, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне что там? Жалобу. Трижды молился, но Господь мне сказал, довольно для тебя благодати моей. Наша ветхая натура очень склонна к гордости, особенно к духовной гордости. Это сладкий яд, который многие пили и потом умерли духовно. И эта гордость, духовная особенно, я самый лучший, самый умный, мы самые правильные. Это такой яд, который пьет человек и не понимает последствий, которые будут. Там, где гордость, вы найдете следующее – блудников и прелюбодеев судит Бог, а Бог гордым что? Противится. Противится. И духовная гордость – это очень, очень тонкая вещь, потому что демоны стоят за спиной каждого человека и раздувают его значимость в его же глазах для его же погибели. Сколько умных людей, сколько духовных людей демоны поймали на трех вещах. Или похоть плоти, противоположный пол женщины, или похоть очей, серебролюбие, или гордость житейская. Мы должны с тобой бодствовать. Итак, последняя мысль перед молитвой. Павел смиренно говорит и просит церкви, молитесь обо мне. Человек, который столько откровений имеет, которых столько даров Духа Святого, он смиренно говорит, молитесь обо мне. И он говорит о себе, я не почитаю себя достигшим. Он понимает, что пока борьба, надо бодствовать и бодствовать. И только когда он понял, что вот наступает момент его смерти, он сказал чудесные слова. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру что? Сохранил. Дай Господь, чтобы каждый из нас, который в этом зале, в конце жизни сказал вместе с Павлом, течение совершил и веру сохранил. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Отец Небесный, мы благодарим Тебя,
что Ты любишь нас. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас в этом мире. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам покаяние, имена наши в книге жизни. Боже, мы молим Тебя, прости, что мы еще не успеваем в Твоей школе. Боже, дай нам оставить младенчество и поспешить к совершенству. Боже, дай нам побеждать ветхого человека и дай Твои откровения, чтобы благодать Духа Твоего Святого была в домах наших. Боже, мы молим Тебя, чтобы не Твоя тяготеющая рука была над домами нашими, а благословляющая рука. Благослови каждого мужа в этом зале. Дай, чтобы он был прекрасным отцом и прекрасным мужем. Благослови каждую женщину, чтобы она была прекрасной матерью и прекрасной женой. Благослови девушек и парней в этом зале. И дай им искать Тебя, Господь. И дай, чтобы мы жизнь прожили для Тебя, чтобы Твоя благодать, Твое благословение было с нами. Боже, кровь Сына Твоего да омоет нас от всякого греха, Господь, и дай нам, забывая заднее, простираться вперед. Ты сказал, побеждающий наследует все. Боже, мы молим Тебя, дай, чтобы сила Духа Твоего Святого пребывала на каждом сыне Твоем, на каждой дочери Твоей, и мы побеждали, Господь, и были победителями. Ты сказал, те, которые с Тобой, суть званные, избранные и верные. Боже, дай нам каждому оказаться верными и верными до конца. Храни нас от всякого падения. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Брати і сестри, наше богослуження закінчено, але ми будемо мати ще молитву за нужди, які поступили до нас. Ми дякуємо для Віктора Павловича за слово, яке було для нас виголошене, і ми чули. І я думаю, що ми кожен із нас себе переглядали, контролювали і будемо ще контролювати. Ці слова, які ми чули, я думаю, що ми їх ще будемо пережовувати. Оцінювати себе, як ми себе бачимо, як люди нас бачать, але як наш Бог бачить, які ми є перед Господом в очах Божих. Я займати часу не буду, зачитую нужди, нехай те слово, яке було сказано, більше залишиться в нашому розумі. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог укріпив його у вірі і дав йому бажання іти в дім Божий, батьки просять. Брати і сестри, ми маємо сімейні переживання і дуже просимо, помоліться Богові, щоб він сам прийшов нам на допомогу, бо йому немає нічого неможливого. За все Господа дякуємо. Просьба молитися за Анатолія Бабець. І мама Анатолія буде мати операцію, теж просить, щоб Господь благословив її. Брат Василь Рубашка просить, щоб подякувати Господа за його милість над його здоров'ям. Брати та сестри, Церква Божа, просимо помолитися за наших дітей, щоб Бог торкнувся їх і призвав до покаяння, особливо сина Василя. Його ворог дуже окутав, а нам, батькам, щоб Бог дав мудрості і терпіти, правильно поступати. Батьки, брати і сестри, просимо вас, помоліться за нашого сина, щоб його Господь навернув в церкву,
просять рідні. Дорогі брати і сестри, подякуйте разом з нами Богу за благополучне народження нашого синочка Мирослава. З повагою, Ваня, Оля, Близнюк. Нехай Господь благословить вашого синочка Мирослава. Ви таке гарне дали українське ім'я, слов'янське ім'я. Хай Господь благословить вашого синочка і укріпить маму в здоров'ї. Може, ще є в кого слово? Будь ласка, ви можете сказати. Да, пережовувати. І варто кожному пережовувати те, що почули. Дмитро Іванович, правильно ви кажете. Якщо немає, встанемо для молитви. Святий Боже, Святий Вічний, Всемогутній, ми Тебе дякуємо і славимо, що Ти є наш Господь, що Ти є наш Спаситель, що Ти нас любиш, Ти нас навчаєш, Ти до нас говориш, Ти нас докораєш, і Ти хочеш показати, хто ми є і в якому ми є духовному стані. Ісус, дай нам бути кращими. Дай нам бути кращими, святий наш Господи. Нехай буде Твоя милість і Твоя праця над нами, Духа Святого. Христос, для духовного росту, для духовного підйому. Любий Боже, благослови нашого брата, брата Віктора, який є з нами, і він багато трудиться серед народа Твого. Укріпляй його, Господь, укріпляй його в фізичних силах, і будь йому помочу, укріпляй його і в духовних відкриттях. Любий наш добрий Господи, і ці нужди, ці потреби, які поступили до нас, батьки просять за своїх синів, за своїх дітей, за їхнє спасіння і за їхнє покаяння. Хай буде явлена милість від Тебе. Господи, хворих Ти бачиш, Ти знаєш їх, в Тебе немає неможливих речей. І ті, хто будуть мати операцію, благослови і поможи, благослови руки лікарів. Господи, слава Тобі, що Ти являєш милість Твою і помагаєш. Брат Василь свідчить, що Ти укріпив його здоров'я і зняв болі. Слава Тобі, Господи, бо Ти є добрий Господь і велике Твоє милосердя. Ісус, при нашому розході останься Ти з нами. Святе ім'я Твоє нехай славиться і святиться. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде завжди. Амінь. Божого благословення для всіх. Божого благословення.